Так. Дошло наконец дело до этого. Как это называется, Тань? Супер, что там? А? Ну, торгово-развлекательный центр. Стоял он года, наверное, с 10-го, да? А, сегодня у нас 2 апреля 17-го года. Широкий ассортимент лекарств у нас накрылся медным тазом. Будет здесь теперь у нас этот самый... Как он называется? Как ты его называла? Дигма, да? Столбики и шарики похожи на рекламу в новооткрывающейся аптеке. Но аптека как раз закрылась. А будет у нас здесь еще один магазин. Там он строится, микрорайон новый. Даже в воскресенье шпарит кран. Да, торгово-развлекательный центр. То бишь, это уже 9-й, по-моему. То есть он экватор. В общем, на один район. В пределах 10 минут. Ну как, 10 минут от края до края район. 9-й супермаркет. Экватор Меридиан. Да, погодка чудо, просто чудо. АТБ. АТБ МН. АТБ не мене, не тебе, не мене. АТБ стих. Ё-моё. И самое интересное, что совершенно недалеко от истины. Значит, вот здесь сейчас троллейбус с моей стороны дороги. Супермаркет АТБ. Это один. Если вниз поехать от троллейбуса, там будет второй супермаркет АТБ. Ну, примерно на таком же расстоянии, как от меня до троллейбуса сейчас. Вот здесь, ниже. Блин, как же еще... Вон там, где, ну, будем говорить, белая машина напротив. А что изощряюсь? Вот, вот этот край этого дома, там тоже супермаркет АТБ. Ага. И вон, за экватором. За экватором. Вон где зеленый дом, ну, зеленый, в смысле, с зелеными балконами. За ним тоже супермаркет АТБ. Это все только АТБ. Это все только АТБ. И вон там у нас супермаркет Трэш. Или Траш. Наверное, Траш, Трэш. Да, это помимо того, что там же, где АТБ, чуть левее. Как он, чудо-маркет. В общем, вот этот торгово-развлекательный комплекс, как я искал, вон написано. 2017 год, третий квартал. Ну, работа тут кипит. Это воскресенье просто, быстро. Да, 9-й на наш небольшой райончик. Ну, то есть, этот весь райончик я обозначаю как
Вот за концом это он заканчивается за вот этим экватор, потом дом с зелеными балконами. Начинается этот район вон тем домом 16-этажкой. Заканчивается вот этой 16-этажкой. Заканчивается этот район внизу. Дальше идет частный сектор. Ну и вот теми высоточками, 16-этажечками заканчивается с той стороны район. Вот на вот этом районе у нас 9 супермаркетов получается. Мелких магазинов не считаю.